днем рождения. Пожелать вам только здоровья и сказать вам спасибо за то, что вы делаете для художественной гимнастики. Не знаю, узнали вы меня или не узнали, я у вас когда-то тренировалась. Поздравляю. Очень много уделили внимания все, столько поздравляли. И я думала, почему? А потом, когда вспомнила цифру, сколько, вы знаете, так улыбнулась и думала, как хорошо. Я вас поздравляю, да. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо, что вы у нас есть. Но хотела бы спросить один вопрос. Кого вы выделите сейчас в сборной Украине? Надо еще отстоять Анну Рисадину. Да. Понимаете? Вот это очень сложный вопрос. И мы будем поднимать некоторые вопросы. После немножко отойдем, день-два после этого. Я соберу федерацию, будем серьезно разговаривать. Кого можете еще выделить в сборной Украине? Вика Мазур, Алена? Я вам скажу, что... Ну, есть, девочки есть, но надо с ними очень много работать. Они не... Понимаете, еще техника предмета очень плохая. Даже выступали сегодня, вот... Такая, как Мазур, которая техничная, грамотная, очень хорошая. Что такое крутить 6 пируэтов? Ничего. Понимаете, ничего. А все-таки еще не в форме, это чувствовалось как. Вот. Ну и сожалеем, что у Ани Рисадиновой травма, которую, в общем-то, я тоже поддержала, чтобы она не выступила здесь, потому что следующего старта у нее не было. У нее стопа, свод стопы там прямо серьезно, да. Травма, да? Вот, ну, я вам скажу, лечат, помогают, но это же все сразу, если двигаешься, нельзя, нужно. Но я думаю, сейчас еще там будут помогать, и в лечении она будет. Как сейчас Министерство спорта поддерживает Украину? Поддерживает украинскую гимнастику Министерство спорта? Или я вам скажу, что все поддерживают художественную гимнастику, но дело в том, что дело в том, что, как вам сказать, что положение, финансирование, это все играет. Очень большое внимание этому финансированию везде ходит Ирина Ивановна. Это на ее плечах, понимаете? Она уже там знает, как и что, и добивается, и поэтому идут там навстречу, понимаете, чтобы было. Много вложила. Ирина Олеговна, моя правнучка. Да, да. Вот. Ну, это все очень сложно, но необходимо. Поменялась программа новая. Музыкальные произведения, элементы, видите. Сейчас я почему здесь все ничего не пропускала. Все просмотрела и сделала там выводы, что, конечно, технические уроки нам нужны, чтобы работали. Ирина Ивановна мне говорит, ты должна, вот, мол, давай проводи уроки, всем подтягивать, все подсказать. Но это, понимаете, сложно, надо по группе, чтобы... А так, что та очень слабо, а та сильнее, нельзя соединять. И вот мы соберемся, поговорим, обсудим вопрос, как это лучше выполнить, как лучше сделать, понимаете. Конечно, я за художественную гимнастику. Я столько отработала. Мне было 9 лет, когда мы встретились в Донецке с фашистами. Понимаете? И вот в таком возрасте, когда такое остается в памяти, и вырастила Ирину Ивановну, и была Олимпиада дружественных армий в Германии. Я когда показали, когда солдаты со штыками все это борются, меня забрали в больницу, сознание потеряла. Потому что все это пережить, это очень сложно и тяжело. И сейчас я просто считаю, что нужно детям очень сильно помогать. Очень надо много дать им физическую силу, чтобы они понимали, учились, чтобы они... Вот, нам, конечно, подвело, что мы лишились Крыма. Крым я, начиная с какого года, когда Ирине Ивановне было где-то 8 лет,
вот с тех пор посещали Крым. Каждый год у меня было 10 дней на Крым. 6:15 я с командой стояла, работала, и в 7 часов мы заканчивали. Мы ни разу, я не плавала в море, не было времени, но зато был результат. А сейчас его нет. Вторая зимняя база была Берегово. Сейчас тоже немножко оно там лучше стало, но еще этого недостаточно для того, чтобы это все провести.